Передача для Сергея. Хроники оккупированной Украины. Клим Подкова. Статья за 10 мая 2018 года. Она вытерла тряпкой последнюю ступеньку. С трудом выпрямилась, облокотилась на перила и несколько минут стояла, отдыхала. Затем вышла с ведром во двор, вылила грязную воду под дерево, вернулась в подъезд, поднялась на третий этаж и позвонила. Дверь открылась. «Наташенька, мне бы денежку за уборку подъезда». «Да-да, тетя Люба, сейчас». Молодая женщина убежала в комнату, вернулась и подала несколько купюр. «Спасибо, Наташа. Новый месяц начинается. Надо Сереженьке передачу собирать». «От нас с Колей привет ему передайте». «Обязательно передам». Придя домой, она достала из шкафа жестяную коробку, вынула месячную получку за мытье подъездов, пересчитала купюру и вздохнула. Мало, совсем мало. Продукты все дорожают, что на эти деньги можно купить? Скоро уже совсем ничего. Она переоделась и отправилась в магазин. Хотя супермаркет был прямо через дорогу, она никогда в него не ходила, поскольку в магазине через два квартала все было пусть чуть-чуть, но дешевле. Да и продавщицы там были свои, не смотрели на нее, как на прокаженную. 9 мая молоденькая девчушка на кассе, когда вокруг никого не было, в полголоса поздравила ее с Днем Победы. Да, так и сказала. «С праздника вас, тетя Люба, с Днем Победы!» Она шла вдоль полок, привычно набирая стандартный набор, старательно подсчитывая стоимость набранных покупок. Печенье-крекер, соленый. Чай крупнолистовой, рассыпной в мелкой расфасовке, несколько пачек. Сигареты, самые дешевые, побольше, лучше, конечно, табак россыпью, но где его достанешь? Сахар, сухое молоко, предметы гигиены, мыло, туалетная бумага, зубная паста, обязательно две. В прошлый раз тюбик выдавили прямо у нее на глазах, проверяли, нет ли в нем чего-либо запрещенного, поэтому надо взять две. И для себя, как обычно, пакет самой дешевой пшеничной крупы. Дома она сложила покупки в пластиковый пакет и села писать письмо. Писала, как уже научили ее знающие люди, коротко и по делу, ничего лишнего. Она медленно выводила. «Здравствуй, Сереженька. У меня, слава богу, все хорошо. Наташа с мужем передают тебе привет. Как твое здоровье? В прошлой передаче я положила тебе шерстяные носочки. Носи их, не забывай. Помни, что ноги тебе надо беречь. Обещают, что скоро дадут свидание. Молюсь за тебя каждый день. Сохрани тебя Господь. Мама». Перечитала и слова «Наташа с мужем передают тебе привет» густо замазала. Такой бумаге лучше не доверять, а передать на словах. Сложила листок, спрятала на груди и поднялась. «Не велено передачи для него принимать». «Кем не велено? Почему?» Молодой солдатик отводил глаза в сторону. «Не велено». Подошедший сержант отодвинул молодого в сторону. «Все велено. Давай, мать, передачу». «Вот», – женщина подала пакет. Сержант принял его и быстро убрал вниз. «И еще», – она достала сложенный в четверо листок бумаги. «Запрещено подследственным малявы передавать». «Знаю, знаю», – торопливо зашептала она и, оглядываясь по сторонам, неловко сунула сержанту в руку купюру. Сержант, как бы нехотя, взял листок и сунул его в карман. «Ух, пропаду я за свою доброту!» «А свидание-то когда? Будет или нет? Все только обещают и обещают». «Следователь в отпуске, но уж в следующем месяце точно, так что приходи через месяц. А сейчас давай, мать, иди. А то начальство увидит, и мне, и тебе плохо будет». «Как Сережа-то? Здоров?» «Здоров, мать, здоров. Что ему сделается?» «Письмо от меня передать ему не забудьте». «Непременно». Выпроводив женщину, сержант достал пакет и поставил его на стол. «Ну-ка, посмотрим, чего это нам в этот раз бабусенька-колорадка принесла?» «Сволочь ты», — сказал ему солдат. «Заткнись, сопляк. Я жизнью рисковал, кровь проливал, а эта мразь по сепарам снарядами без взрывателей стрелял». «Все равно сволочь». «Ну так я правильно понял, что ты от своей доли отказываешься? Ну вот и ладненько». «Наташенька,
Я тут вот ткани немножко нашла, Сереженьке трусы пошить. Я бы сама, да слепая совсем стала. Нитку в иголку вдеть не могу. Не могла бы ты, а я уж заплачу, сколько скажешь. Да что вы, тетя Люба, какие деньги, не надо. Женщина взяла в руки ткань и растянула ее в руках. Так она... Что, Наташа? Да нет, ничего, я все сделаю. Вечером в комнату зашел муж и сел против жены за стол. Что это? Тетя Люба просила трусы Сереже сшить, а ткань совсем старая, расползается вся. Как тут шить? Да и... Женщина уронила голову на руки и заплакала. Ведь 6-й месяц пошел, как его арестовали. Полгода. Свиданий не дают, от него ни записочки. А она все передачи носит и носит. Неужели она не понимает, что Сережи уже нет? Почему ей никто не скажет? Ведь сил нет на это смотреть. А у меня, думаешь, есть силы? Николай встал из-за стола. Завтра сам ей скажу. Тетя Люба, спускавшийся по лестнице мужчина остановился. Женщина выпрямилась, не выпуская из рук тряпку. Что, Коленька? Я что сказать вам хотел? Не надо больше сережки передачи носить. У женщины задрожали губы. Вы, Коленька, если чего не понимаете, так и не говорите. Мне в следующем месяце свидание с ним дать обещали. Сказали, что в этот раз точно будет. Она наклонилась и принялась тереть тряпкой следующую ступеньку. Передача для Сергея. Хроники оккупированной Украины. Клим Подкова.